Что будет с организмом, если каждый день есть овсянку? Первое. Улучшение пищеварения. Овсянка богата клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение. Регулярное потребление овсянки может предотвратить запоры и улучшить работу кишечника. Второе. Снижение уровня холестерина. Овсянка содержит бета-глюканрастворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень плохого холестерина в крови. Это уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Третье. Стабилизация уровня сахара в крови. Овсянка имеет низкий гликемический индекс, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом или предрасположенностью к нему. Четвертое. Поддержка иммунной системы. Бета-глюкан в овсянке также поддерживает иммунную систему, помогая организму эффективнее бороться с инфекциями. Пятое. Снижение веса. Овсянка насыщает на долгое время, что помогает контролировать аппетит и снижает потребление калорий в течение дня. Это делает ее отличным выбором для тех, кто хочет похудеть. Возможные недостатки. Хотя овсянка полезна для пищеварения, у некоторых людей она может вызвать вздутие или дискомфорт. Если вы заметили подобные симптомы, возможно, стоит снизить порцию или сочетать овсянку с другими продуктами. Итак, ежедневное потребление овсянки может принести много пользы вашему здоровью, но, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру и разнообразие в рационе.